Сейчас ему на все плевать. Апатичный ретал-бай. Вот и снялся по коридору, тут во всех парах стоять. Я же сказала, остановись. А боже, ну замолчи. Вообще-то я спешу, может займешь себя чем еще. Да и проблема, где ни одной души здесь нет. На тебя время больше тратить не желаю, пока. Ну-ка, стой на пару слов. Дисциплины школы хватит нарушать. А да-да, точно права в чем. Но не то, чтобы я слушаю тебя. Ну если сказать по правде, ты пишешь меня, то себя раздражаю. Так и по делам, нет однозначно. Тебя лучше я нашел, и пусть мы соперники друг другу опять. Не пойму, ни черта упрямства твоего. От пяку зовить не отличить. Разозлиться, если грань немного я перешагну. Такой серьезный не могу. А посмотрите на него, нарушит правила. Кажется, уже неисправим. Рубашка не заправлена и галстук болтается. Ах, вот бы на родителей твоих клянуть хоть разок. Кто думаешь, ты прав? Попробуй повтори, я это не прощу. Но если сказать по правде, ты бесишь меня. Пусть и держать улыбку свою не могу. Нет, никогда нам подружиться не дано. Но вот нас внезапно пробивает на всех. Ваша светлость, быстрее догоняй. Бег по коридорам тебя запрещал и столько раз. В чем дело, дорогуша, признаю, что проиграл? Что ж, как я вижу, ты совершенно не усвоил урок. Ну-ка, стой, поговорим. Ты перегрелся, сильно раздражен. А да-да, верно, прав во всем. Было это мне ярость огнем. На все 100% и больше выкладывая. Снесемся так, что стены идут ходуном. И прикрываться правилами школы нет нужды. Мне теперь приняли за. Нет, если говорить по правде, ты пишешь меня. Так было изначально и будет всегда. Вдвоем нас хватит, пройдет не больше 2 секунд. Как между нами снова вспухнет рожда.